Давайте начнем с простых вопросов. Где мы сейчас находимся? В каком здании Третьяковской галереи мы находимся сейчас с вами? Сейчас мы находимся в здании Третьяковской галереи на Крымском валу. Мы сейчас пытаемся начать называть это здание «Новая Третьяковка». Мы сейчас очень серьезно работаем над внедрением нового фирменного стиля и хотим достигнуть сложной и важной цели, чтобы все здания Третьяковской галереи, а их у нас много, были узнаваемы, и, с другой стороны, они бы были объединены общим брендом. Сегодня мы понимаем, что это замечательная архитектура. Лет 20-30 назад я сама была в числе тех, кто спокойно не мог смотреть в его сторону. А сегодня, я думаю, что мы сегодня начинаем понимать, что это действительно очень хорошая архитектура. Здесь удивительные экспозиционные пространства, которых уже, увы, не создают сегодня в сегодняшних музеях. И мне кажется, в это здание нужно просто вдохнуть какую-то новую жизнь, дать ему какое-то второе или третье дыхание. И когда мы стали думать о том, с кем бы мы хотели работать по реконструкции этого здания, которая должна быть осуществлена с крайне уважительным отношением к тем ценностям архитектурным, пространственным, которым это здание обладает, мы в первую очередь подумали о Райме Колхасе. Человеке, чей собственный архитектурный стиль, конечно же, близок и этому зданию, и многим памятникам архитектуры русского авангарда и конца 20-х годов, начала 30-х годов, человеку, которому интересна Россия, и это подтверждает его работа с Государственным Эрмитажем и с Музеем современного искусства «Гараж», человеком очень интересно, оригинально мыслящим. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время сможем приступить к разработке концепции нового архитектурного решения реконструированного здания на Крымском валу, работая вместе с Раймой Колхасом и с Московским архитектурным бюро «Резерв», который возглавляет архитектор Владимир Плоткин, тот самый Владимир Плоткин, которого мы пригласили в качестве архитектора на ту же выставку «Оттепель». Мы как бы старались показать эту эпоху, вот какой она была, раскрытой, свободной, эпохой раскрепощенного сознания, эпохой, когда креативность и творчество воспринимались как естественная и важнейшая составляющая жизни человека, когда человек стал понимать, что он сам, его внутренний мир – это нечто исключительное, уникальное, ценное и очень важное. Когда внутренний мир человека становится предметом искусства, об этом говорит литература, поэзия, кинематограф. Причем это сложнейшая рефлексия, которую можно сопоставить, например, с такими величайшими мастерами, заглядывавшими действительно вглубь человеческой личности, как Микеланджело Антониони. Я считаю, что Марлен Хуциев, фрагменты из фильмов которого «Июльский дождь» и «Заставы Ильича» мы показываем, на самом деле рассказал о внутреннем мире советского человека эпохи оттепели столь же точно и сложно, как рассказал о том, что происходит в душе человека, живущего в Западной Европе этих же лет, Микеланджело Антониони. Здесь параллельно идет экспозиция, рассказывающая о развитии науки. А эпоха оттепели была невероятным периодом, когда Советский Союз оказался в авангарде исследований самого мельчайшего кирпичика Вселенной атома. Вот эта абстракция, которую мы сейчас здесь видим, связана с развитием науки. Да-да-да. И мы показываем фотографии, сделанные в научно-исследовательских
институтах, занимавшимся исследованием атома. И видим фактически очень похожие вещи на полотнах и в работах Франциска Инфанте, Юрия Злотникова. Не случайно вот эта работа Злотникова очень знаменитая под названием «Счетчик Гегера», написанная в 56-58 годах. Это четкая отсылка к тому, что происходило в науке. И также интересно, что в это время то, что происходило в науке, то, что происходило в какой-то общественной жизни, что происходило в сфере исследования космоса, находило прямое, может быть, несколько наивное отражение в том, как все это входило в новый быт. И одновременно, параллельно с этим, мы показываем лучшие работы художников сурового стиля. А здесь мы видим, опять же, что то, как художники, работавшие в рамках фигуративной живописи, отражали то, что происходило в стране, а мы объединили все эти произведения под лозунгом освоение романтики странствий, это действительно было господствующим тогда ощущением, что человек может все, что мы раздвигаем границы Вселенной, мы раздвигаем границы пространства, границы времени, и освоение целины или строительство братска превращалось в какую-то невероятную, значимую миссию. И я хорошо знаю людей поколения моих родителей, кто, закончив с отличием московские институты и университеты, уезжал строить братство с пониманием, что это единственный выбор, который перед ними стоит. Учитывая еще вот всю эту удачную очень историю и ходы с медиафасадами вашими, учитывая, что на только что открывшейся выставке «Оттепель» очень много кино и видео, да, учитывая ваш промо-ролик очень успешный с ожившей живописью, и учитывая, что вы большой поклонник Таррелла и Виолы, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь вот к этому формату медиа-инсталляции и так далее? Дело в том, что если говорить об использовании современных технологий, виртуальных технологий в наших собственных экспозициях, то мы делаем это очень дозированно. Позволю себе вспомнить выставку двух величайших полотен Кандинского, которую мы делали в 2016 году, представляя композицию 6 из собрания Эрмитажа и композицию 7 из нашего собрания друг напротив друга в одном едином, созданном архитектором Сергеем Чобаном пространстве, а рядом находился зал, где средствами мультимедиа наши кураторы представляли ход размышления художника от первых эскизов 1910 года, где в основе этих двух композиций были два библейских сюжета «Страшный суд» и «Всемирный потоп», и как постепенно, шаг за шагом, художник переходил от еще присутствующей в этих эскизах фигуративности к абсолютной абстракции, в которой, тем не менее, узнаются черты и профили и силуэты тех конкретных персонажей, которые присутствовали в эскизах. Но все равно главный акцент, главное внимание было, конечно, на самих произведениях. И мне кажется, что в России, где в музеях такое количество невероятных подлинников, нет нужды увлекаться такими технологиями и пытаться заместить опыт общения с оригиналом на опыт общения с его виртуальной репродукцией. Западные музеи, такие как МОМА или Помпиду, они держат в штате по 20-30 человек кураторов, которые готовят какие-то оригинальные выставочные проекты по 3-4 года. Я понимаю, что это бюджетно просто затратно и так далее. Какие-то проекты, которые производятся оригинально музеем, а дальше как бы они ездят по разным музеям мира. Вы знаете, это не такая новая идея. Она не новая.
И с другой стороны, мне кажется, что сложно говорить о том, что выставка создается внутри одного даже музея, даже если это такой знаменитый музей, как Музей современного искусства в Нью-Йорке или Центр Помпиду. Сейчас мы как раз работаем с галереей Тейт над большим выставочным проектом. Это выставка ретроспектива Ильи Иосифовича Кабакова под замечательным названием «Будущее возьмут не всех». Она начнется в галерее Tate Modern, потом будет показана в Государственном Эрмитаже, а потом приедет в Москву, в Третьяковскую галерею. Мы все втроем работаем над составом, концепцией, образом этой выставки. И это, конечно, существенно облегчает работу над ней. При этом я ничуть не умаляю значение и роль первого места экспонирования и главного организатора выставки галереи Тейт. Для нас это будет каким-то невероятно важным событием, потому что это будет первая ретроспектива Ильи Кабакова в Москве. И я вот только что вернулась из Лондона, где в Королевской академии открылась интереснейшая выставка «Революция», представляющая советское искусство с 1917 по 1932 год. И вы видите, что в некоторых из наших залов висит этикетка «Работа выдана на выставку». Мы предоставили для этой экспозиции около 40 художественных произведений. Являемся самым, наверное, главным участником этого проекта, о котором сейчас говорит весь Лондон. В вашем же интервью я увидела интересную мысль, которую, возможно, даже стоит и полезно как бы донести до людей, заинтересованных в работе в этой сфере, или молодежи, да, которая хочет работать в музеях. Вы сказали, что идеальное сочетание для человека, для музейного сотрудника и руководителя музея сейчас, как вы считаете, это диплом искусствоведа и MBA. Но, в принципе, я прошла, наверное, уникальную школу музейного менеджмента из первых рук, получая знания из первых рук во время на сложных, больших, масштабнейших проектах и имея возможность несколько раз подолгу стажироваться в зарубежных музеях, в первую очередь в музее Гугенхайма. Я уже неоднократно об этом говорила, но для того, чтобы я поняла, как музей работает изнутри, меня посадили не более не менее, как в кабинет заместителя директора тогдашнего музея Гугенхайма Майкла Гавана, который сейчас один из самых знаменитых музейных директоров Америки. Он директор Лакмума и человек, который получает от спонсоров и жертвователей самые большие суммы и средства, и который невероятно работает с партнерами музея, которые невероятно работают с журналистами, и которые вообще невероятны. Да, в Америке же вообще культура фактически не финансируется государством. Там, нет, конечно, там да, все музеи частные. Да, да, вот это еще отдельный вопрос, кстати говоря, у нас совершенно отсутствует эта база наверняка, в том числе и крупные музейные деятели российские об этом регулярно говорят и обсуждают. Это обсуждалось это на самых различных уровнях, но пока есть какие-то очень серьезные препятствия к принятию закона о меценатстве в той форме, в какой мы хотели бы его видеть, с очевидными определенными налоговыми льготами для тех, кто дает деньги музеям или тех, кто дарит произведения музеям. Стоимость того, что достойна коллекция Третьяковской галереи, невероятна. Ни на какие государственные средства эти работы не приобретешь. Собственных средств, заработанных, нам едва ли хватит на одну картинку в год. Поэтому мы хотели бы максимально сейчас привлекать тех людей, которые сегодня владеют в России серьезными художественными коллекциями, которые неравнодушны к искусству и которые могли бы помочь нам не деньгами, а теми художественными произведениями, тех художников, которые отсутствуют в нашем собрании. Потому что многие коллекционеры прекрасно понимают, что их дети или близкие не разделяют их коллекционерскую страсть.
и понимают, что они владеют работами, которым место действительно на стене Третьяковской галереи, но надо слегка как бы подвести их и подтолкнуть к тому, что подарить эту работу Третьяковской галерее было бы, наверное, одним из самых правильных решений.